Слушай мою команду! Давайте вместе! Россия! Ура! А чё сидите, как на поминках у нас? Позор Виктору Перестукину! Каждое столетие с незапамятных времен начинается для нашей страны с войны с коллективным Западом. Ты объясни, с чего ты такой? В начале 21 века мы опять противостоим Западу, защищая русский народ. Реконструкция. Для вас все война и игрушки. И опять настойчиво напоминаем миру. Не воюйте с русскими. Значит, или ты мне сейчас скажешь, что случилось, или я гэпну тебя в морду со всей моей любовью. Сегодня мы собрались здесь во славу защитников Отечества. Хоча жаба до орехов, до зубов нету. За этот год мы вновь осознали, что у России лишь два настоящих союзника. Вот это раз, это два. Черт побери. Действительно. Живут же люди. Григорий Лепс, как никто другой, знает. Андрей, я алкач. Алкач. Я Гриша! Мама. Что для выздоровления раненых нужны не только врачи. Ежедневный трехкратный прием алкоголя, и ты очищаешь свою башку от ненужных знаний и мыслей. Но и артисты, которые своих не бросают. У меня алиби. Я бухал. Мы все с вами одной крови. Какие вы все умные. Что ж вы строим, не ходите? Мы начали спецоперацию, чтобы защитить русских людей. Вы ничего не забыли? Ты не знаешь русских. Я их помню, хотя я была маленькая. Водку они никогда не забудут. Но мы столкнулись с циничным врагом. И что? Схлопотал маршруткой в лобешник? Желаем нашим ребят удачи в бою! Откуда же столько удачи? Потому что, как сказал Руслан... Тут без пол-литра не обойтись. Во славу несокрушимого русского солдата! Не чокайся. Легендарная группа! Нет, спасибо. Олег! Не надо. И мы всей страной ждем... Да подождите. Одну нашу общую победу. И верим, что она будет точно за нами. Победа, победа. А по вкусу ли беда? Дорогие друзья, добрый день. Разные времена дедушка повидал. Не при первом царе живу, но никогда не чаял, что беда к нам размером с метр придет.